Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Deo Nexia 2001 года выпуска, двигатель 1.5, механика. Пробег на автомобиле 359 тысяч километров. Сегодня на нем я заменю тормозные диски, колодки. Для этого поднимаю автомобиль, снимаю оба колеса и снимаю суппорт. После этого сниму скобу суппорта. Снял колесо. Беру, у меня старая отвертка, диаметр 6 мм, выбиваю направляющие. Отвертку лучше, конечно, взять 6 миллиметров, плотненько идет, 5,5 миллиметров надо брать, либо стерженек, либо старенькое сверлышко. Ну, чтобы суппорт не снимать, откручу два болта крепления вот этой скобы к суппорту, а суппорт останется у меня стоять на месте. Головка на 19. Колодке пришел конец. Снимаю тормозной диск. Диск тоже уже устал. Почищу ступицу щеткой по металлу. Здесь винт, который у нас фиксирует тормозной диск, он срезанный.
Попробую его высверлить кирном на кирню. И сверлышком на 3 миллиметра сверлю. Возьму чуть-чуть поменьше сверло. Промахнулся со сверлом. Брал на 3, но взял на 4. Вот это 3-миллиметровое. Почему под углом маленько сверлил, центр ловил. Само сверло выкрутило обломыш. Все, обломыш выкрутился, резьба осталась целая. Топлю поршень. Здесь можно на излом взять отверткой, но тогда поршень немножко пойдет неровно. Я его вот такой струбциной утоплю. Ветер сорвался. Все, поршень я утопил. Беру новый тормозной диск фирмы Zekert BS5034. Винта в комплекте с диском нет. Сейчас посмотрю, может быть, что-то подберу у себя. Нашел такой вот болт под крестовую отвертку М6. Шляпка не потай, но здесь в диске есть проточка. Прикручиваю на место скобу. Болты я смажу медной смазкой. Затягиваю их. Новые колодки фирмы GM 96.
101-972-S. Вставляю и забиваю штифты. Вставляю вторую колодку. Смажу немножко направляющее вход медной смазкой. Заводим скобы. Все, колодки у нас установлены, тормозной диск установлен, ставим на место колесо, и на этом замену тормозного диска и передних тормозных колодок я закончил. Всего вам доброго!